Очень важный момент. Приехала микрозелень. Будем ехать за микрозеленью. Вкусная, свежая, красивая, полезная. Салам! Папалам. Приветствую! Привет, что ты привез? Привезем микрозелень, как обычно. Горох, базилик, бэби-лист, цветочки, листочки. Цветочки, листочки, все, что хочешь, выбирать. Да, выбирай на свой вкус, что тебе нравится. Но, честно говоря, если ты предупредил, я немножко пошире ассортимент взял. Ну что, нам... Это мой любимый ассортимент. Так, надо нам... Это я возьму обязательно, сразу две. Подожди, да. Это... Смотри, здесь ассортимент. У нас это было. Сявель. Сявель, это амарант. И такой базилик. Базилик там попадается. Ну, смотрите. Цветочки сумасшедшие. Цветочки, смотри, это все пищевые цветы. Я хочу гвоздика. Это гвоздика у нас, да? Да, гвоздика. Это хризантема, похоже на ромашку. Угу. Пеларгония. Пеларгония тоже хорошо. Гвоздика, хризантема, да? Хризантема, да. И пеларгония. Возьму вот так. Листики. Еще мне надо одни цветы. Ну, что ты наручиваешь, мальчик? Нужно еще раз вот эти. Вот так. И мне надо три гороха. Расскажи, пожалуйста, моим подписчикам, как ухаживать, в двух словах, как ухаживать за микрогрином. Да, в принципе, все легко и просто. Создаем им условия, которые необходимы. Поливаем и любим. Главное любить, да? Да, самое главное. Из всех тех условий, которые ты не назвал. Создаем условия, которые, говорит, надо. Главное их любить. Тепло, влажность и любовь. Больше ничего не нужно. Тепло, влажность. Хранить можно в холодильнике, если достаточно зрелое. Скажи, а если я вот сейчас вот этот растущий базилик поставлю в холодильник, он у меня не завянет? Нет, не завянет. Смотри, он тут у меня в холодильнике плюс два. Не завянет. Ну, вообще, базилик – это теплолюбивое растение. Потому лучше его не ставить в холодильник. Лучше его не ставить на сегодняшний день в холодильник. Почему? Потому что он находится в торфе. Тут безопасный профессиональный торф, в котором он... Пищевой, можно прекрасный. Его так назвать? Ну, пищевой, пищевой нет. Почему? Потому что его не едят. А так, если аккуратно срезаем, то не попадает ничего. Так замечательно. Он растет у тебя в такой температуре, как на кухне. Я думаю, что базилик классно растет, когда температура 25 и выше. Поэтому, если у тебя чуть-чуть выше, ничего страшного. Он будет дальше расти, распускать следующие пары листьев. Вот, и тем пушнее становится. Если ты не хочешь, чтобы он рос больше, можно поставить в холодильник, ничего у него не будет. Плюс 2 – это нормально. Ага. Короче, если я его не продам, он будет у меня храниться при комнатной температуре. Скоро я смогу с него вязать пучки, как на привозе. Вот примерно в этом руке. Можно будет кучки вязать. Если будешь поливать, конечно. Набрал я свою красоту. Спасибо. Ну, теперь будем... Спасибо. Да я подумал, что у тебя лишний горох не будет. Еще. Вот я тебе бонусом решил сказать. За хорошее настроение. Давай, спасибо. И привет всем. Всем бонусы. Всем бонусы, обещает Сережа. Попозже я оставлю вам номер телефона его, если вас заинтересует, нужно обращаться. Сережа, спасибо. Спасибо.